Минску прислал свои личные соболезнования семье Борислава Милошевича. Генерал армии, министр отбраны Русской Федерации Сергей Скужугетович Шойгу я послал исто телеграм соучастия породице Милошевич. Разрешите зачитать. Уважаемая госпожа Милошевич и Светозар. Поштована господио Милошевич и Светозаре. Примите мои искренние и глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего мужа и отца. Примите мое искренно и глубоко соучастие, везано за смерть вашего мужа и отца. Ушел из жизни великий серб, большой друг России, который всю жизнь посвятил развитию добрых отношений между нашими народами. Умро е великий Србин, великий приятель Русије, који је читав живот посветио развоју добрих односа између наших народа. Мы помним Борислава Милошевича как талантливого политика и искусного дипломата. Сећамо се Борислава Милошевића као талентованог политичара и умешног дипломате, который мужественно отстаивал интересы своей родины в самые сложные для нее времена. Који је храбро бранио интересе своје отачбине у најтеже време за њу. Особого уважения заслуживает его самоотверженность в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Югославии в ходе противодействия агрессии недружественных стран в 1999 году. Особое уважение заслуживает его самопожертвованность в борьбе за суверенитет и территориальную целовитость Югославии током борьбе против НАТО агрессии неприятельских земалья 1999 года. В час тяжелых испытаний для его родины отчетливо проявились такие качества Борислава Милошевича, как ум, честь, достоинство, стойкость духа и профессионализм. У ово тешко искушение за негову отачбину исполили су се такви квалитети Борислава Милошевича, као што је памет, час, достоянство, бриткост духа и професионализам. Он всегда оставался патриотом своей родины и являлся послом дружбы и братства между нашими славянскими народами. Он је увек био патриота своје отачбине и био је амбасадор пријательства и братства између наших словенских народа. Скорбим вместе с вами. Жалимо заедно са вама. Вечная память Бориславу. Вечна памят Бориславу. Его имя навсегда сохранится в наших сердцах. Негово име ће бити увек сачувано и очувано у нашим срцима. С глубоким уважением и скорбью министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. С глубоким уважением и тугом министр отбраны Русской Федерации Сергей Шойгу. Слава тебе.